Какие проекты благоустройства в Ленинском районе реализуются совместно с жителями и для жителей? Как реализуется на территории района программа формирования комфортной городской среды? Какие значимые объекты в Ленинском районе благодаря этой программе получили новый облик? Смотрите программу «Совет моего дома» 7 июня в 19:30. Гости в студии: Елена Бондаренко, глава Ленинского внутригородского района городского округа Самара, и Кристина Кротова, жительница дома номер 8 по улице Чернореченской.